В центре Нагатагзым состоялся конкурс юных акынов на тему «Хасрет пен Хасиет». На вечере поэты пели о трагических страницах нашей истории, политических репрессиях и голодоморе. Поэты пытались донести до сознания сегодняшних поколений о том, какие трудности выпали на долю наших предков и помогают полностью осознавать достижения нашей независимости, главными из которых являются мир и согласие в обществе. Мероприятие открыли танцем борьбы белого и черного, демонстрируя этим борьбу между добром и злом. В сценических постановках описывались тяжелые дни во время голодомора и судьбы репрессированных граждан. В Мушаре приняли участие поэты от 16 до 35 лет. Всего поступило 16 заявок из Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областей. Согласно правилам конкурса, они представили свои стихи, которые ранее нигде не публиковались. Не оперируйте. Нам нужно понять молодое поколение. Оно сейчас по-другому самовыражается. Организацию этого конкурса считаю уместной. Думаю, это пойдет на пользу. Память о жертвах репрессий и голода священна для современного поколения казахстанцев. Жюри оценивало новые произведения юных акынов, отмечая их содержательность и особенности стихотворений. Здесь была затронута тема женщин в период политических репрессий. Им пришлось многое пережить в те страшные времена. Мы таким образом учим и знакомим с историей молодое поколение. По решению жюри первое место досталось кызылординской поэтессе Дине Букебай. Победители были награждены специальными дипломами, а участники – благодарственными письмами, а также получили финансовое вознаграждение. Асимжан Жузбаева, Тлеукабыл Саржан, Айхан Ахпарат.